Здравствуйте, уважаемые зрители канала Голубь Райс и компания. А меня зовут Сабина. И сегодня я вам расскажу про коршуна, который находится у меня. Вот такая шикарная птица. Ой, сейчас присяду. Вот он. Что с ним случилось? Он ко мне поступил где-то примерно 3 недели назад с черепно-мозговой травмой и гематомой внутри клюва. Но все, как бы все с ним стало нормально, он стабилизировался, начал летать, все было великолепно. Но 6 дней назад у него был инсульт. Отнялись лапы, потом пропал слух, пропало зрение, потом пропал слух. Мы съездили в город, выписали препараты ему, и начались улучшения. То есть он начал шевелить лапами, пытается на них вставать. Даже привставал сегодня чуть-чуть. И мне даже кажется, что у него появляется зрение. Вот вожу рукой, видите, он реагирует. Ай, это так больно, ну, терпимо. Я открыла проветрить сегодня и что-то по глупости не поставила сетку сверху. И налетели мухи. Сейчас чуть позже буду их отсюда выгонять, этих мух, чтобы они не мешали. Вот, у него крылышки, все шевелится. Лапки. Видите, вот движение есть. Кушает хорошо, но я кормлю его сама. На кусочки ему режу еду, кормлю, кушает, помет хороший. Вот такие вот бывают последствия у птиц после черепно-мозговой травмы. Поэтому, когда находите птиц на улице, нельзя их выпускать сразу, потому что стало лучше. Да, после черепно-мозговой может быть сразу лучше. Они там кушают, и как бы все нормально. Но такие птицы без помощи, то есть на воле, большинство случаев они умирают. Вот даже с ним, ну, все было хорошо, все было замечательно, здоровый, красивый коршун. Все, на выпуск хоть там. Я вот уже предполагала, что выпускать. Но вот так получилось, что его свалило. Свалил инсульт. Сзади наблюдает ворона. За нами. Ну, вот мне кажется, у него зрение... Начало сегодня, начал реагировать. А вчера ни на хлопки, ни на движение он не реагировал. Очень люблю коршунов, замечательные птицы. Смотрите, какой у него красивый носик, пятнистый. Глазки у него красивые, и лапки у него красивые, и перышки. Он дикий, он очень дикий, прям такой. Когда он здоровый был, он меня не подпускал ни на шаг. То есть он прям дикий коршун. Сейчас в таком состоянии, конечно, он не очень хорошо все понимает, соображает, но ничего. Надеюсь, он скоро выздоровеет. Вот. Очень красивая птичка. Очень жаль, когда вот готовишь там птицу к выпуску, все нормально и так происходит. Даже хорошо, что это произошло сейчас, а не чуть позже, когда бы он был на воле. Ну ничего не предполагало того, что будет инсульт. Ничего. Абсолютно активный, летает хорошо, такой боится, то есть пугает меня, кидается. Абсолютно здоровая, нормальная птица. Но вот это последствия черепно-мозговой травмы, так сказались на нем. А так он очень упитанный, прям такой он хороший птиц, серьезный птиц. Скажи, мухи летают, мешают? Блин, вот зачем я открыла на проветривание без сетки сверху, я не знаю.
но на звук пока он не реагирует. Но меня очень радует, что он встал на лапы сегодня и маленькими шажками так шел, и как бы зрение, начало появляться зрение, это большой плюс. Тут, чтоб не сглазить. Красивый, красивый. И сейчас покажу еще одного коршуна. У меня их очень много, я не смогу прям всех показать. У меня их около 20. Я уже даже не считаю. По мордочкам всем по всех помню, но не считаю. Сейчас покажу. А вот коршун по имени Петя. Петя. Петя ко мне попал с травмой крыла и немножко подранной головой. Его нашли люди. У Пети было все крыло в опарышах. Перелом у Пети старый, там уже костная мозоль. Вот. А с другой стороны, если будет видно. Вот он, Петя. Очень такой хорошенький, милый птиц. Но он не летает. Крыло не раскрывается у него до конца. Там прям на суставе. Он меня боится. Но перья у него уже стали лучше выглядеть, чем были раньше. Были слишком растрепанные, а сейчас прям это намного значительно лучше. Петя от меня отвернулся. В другую сторону отвернулся. Красивый птиц. Ему нравится на прогулке, он себя спокойно чувствует на улице. Сейчас погуляю с ним буквально еще минут 5-10 и домой. Он уже нагулялся, он уже по травке побегал, уже от меня и попрятался в кустах любимых егошних. Ой, по мне коршуны. Да нет, любая птица красивая, и голуби, и коршуны, любые птицы. Но вот в коршунов я прям влюблена в них. Когда ко мне попал Петя, у него было прям слабое состояние, воспаливать, ну, как бы все, он падал уже на лапки. Начала давать ему препараты, был очень истощенный. А сейчас как бы, ну, вес он поднабрал хорошо, у него уже киль не торчит. Шустрый стал, а был прям вялый такой, и идет, переваливается с ноги на ножку такой, прям вот он тяжело, прям чуть ли не вперед переваливается. А сейчас прям шустрый-шустрый такой парень. Ну, я думаю, это самец, потому что у коршунов самки крупнее, а самцы меньше. Он даже подрос. Он был меньше, как слёток, а уже подрос. Красавчик. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего вам.